В этой серии... Чувак, да ты сам дезертир, ты охренел? Я привел возможного дезертира. Так, а это, собственно, кто вообще? Кто это, господи? Насчет этого мы будем сказать только одно. Но перед тем, как ты узнаешь, что случилось с рядовым Райаном, хочу порекомендовать тебе канал моего хорошего друга. Гевин делает реально годные, интересные, очень смешные ролики, а порой даже неадекватные в хорошем, конечно же, смысле. Тут очень много контента, который подойдет, пожалуй, каждому. В общем, ссылочку на Гевина я оставлю в описании, обязательно подписывайся и передавай ему от меня привет. Ну а мы переходим с тобой к Райану. Вот у нас связь, дорогие друзья, рад приветствовать вас уже в 11-й серии нашего сериала «Путь рядового Райана до генерала». Как вы поняли, в прошлой серии меня посадили в тюрьму и уже сегодня везут на базу, дабы разобраться. Честно говоря, меня посадили не за что, можете это убедиться, посмотрев 10-ю серийку. Ну и бро, давай наберем, как всегда, 2222 лайка, наше стандартное любимое число. И также, бро, подпишись на канал, потому что чем больше подписчиков, тем круче и лучше будут серийки. Ну а мне остается пожелать тебе только приятного просмотра. Друзья, ну а перед тем, как мы начнем смотреть данный замечательный ролик, я хочу вам показать ваши лучшие комментарии. Начнем, пожалуй, с этого креативного топового комментария, потом перейдем вот к этому креативному топовому комментарию, ну и тоже перейдем к этому комментарию. В общем, сейчас вы видите на своих экранах топовые ваши замечательные комментарии. Пишите комментарии, комментарии — это хорошо. Сколько раз уже я сказал комментарии, напишите это в комментарии. Ну и в общем, теперь мы переходим к ролику «Пиши, бро, комментарий». Разрешите посадку на базу, причина — поимка дезертира. Чувак, да ты сам дезертир, ты охренел? Да, да, как вы поняли, из 10-й серии меня посадил вот этот вот чертов капитан, который, по моему мнению, сам дезертир, обвиняет меня еще в дезертирстве. В общем, сейчас мы будем приземляться, со мной будут разбираться. Я думаю, что меня мои ребята поймут, они поймут, что это он чертов дезертир, не я. На самом деле, я действительно, ребят, не дезертир, я служу только великой галактической армии республики и никому больше. Но это не точно. Вот меня этот бродяга и привел сюда, чертила. Здравия желаю. Во-первых, кто из ваших бойцов стрельнул ракетницей по нашему лавку? Это, кстати, да. Лавку тут херанул один разок. Но это, в принципе, ничего нового. Это наша любимая галактическая армия республики. Вот, я привел возможного дезертира. Сам ты дезертир, чертов. Он сделал что-то не так в бою? Никак нет. Он, во-первых, нарушил правила, которые ему приказали, он отклонил мой приказ, после чего, возможно, сотрудничал с Ситхом. Неясная ситуация была, была на другой базе. Чего? Сотрудничал с Ситхом? Да ты охренел? Мы его чуть с Дэвисом не застрелили, бродяга, ты что тут говоришь? Не, вообще наглость, я чуть не пострадал, хотел убить Ситха, а я еще с ним сотрудничал? Да что ты говоришь? Не верьте ему, он врет всем, он врет Тесла. Типа, ты молчи. И вот ты потом все узнаешь, и я тебе скажу, кому молчать, а кому нет. Еще тут залупается, смотрите, но они скоро поймут, что я не виновен. И вы тоже скоро поймете, женщина в белом одеянии и мужчина. Да-да, маши-маши. Вы все скоро поймете, что не я виновен, а вот он виновен. Капитан, вы же знаете, что я не виновен. Зачем вы это делаете? Потому что я реально не виноват. Если бы был я виноват, я бы так и сказал. А, меня просто взяли и как бы плевать, меня просто повязали без разбирательства следствия. Хотя ладно, я что-то фигню несу, потому что следствие говорит о том, что меня сейчас будут допрашивать, пытать вот эти вот мои же бойцы 41-го. Ну и сейчас про верхнем углу, бро, ты сможешь проголосовать. Йода тебе укажет на опрос. Как ты думаешь, кто виновен? Только не перематывай, не смотри комментарии. Просто проголосуй, как ты думаешь, кто виновен. Я или вот этот вот капитан Ванатрол? Что ж, бро, ты проголосовал, красава? Не перематывай, скоро ты все узнаешь. Поверь мне, это очень интересно будет. В общем-то, привели меня в чертовы камеры, в чертовы допросочные комнаты, надеюсь, они так называются. Меня сейчас будут допрашивать мои же самые близкие мне братья 41-го. Знаете, как обидно, я воевал с ними плечо о плечо, и потом какой-то вот этот вот капитан Ванатрол приходит и говорит то, что я дезертир, и сажает меня в камеры. Я просто возмущен, я просто возмущен. Я думал, мы для начала узнаем, что произошло, а потом уже и доведем его в допрос. Вот-вот, а то они меня просто хотят избить, по-моему, мне.
сожалению. Разворачиваемся. Но что-то, видно, у них пошло не по плану, но окей, это армия клонов, тут такое бывает. Тут когда-то я допрашивал одного бродягу, который был наемником. Вы это можете увидеть в одной из серий. Обязательно гляньте, там было смешно. Так, два капитана, один нормальный, ну, вернее, он, один ненормальный, и какой-то он странный. Посмотрите на его лицо. Я не ослышался приказов ваших, я просто увидел ситха. И увидел, знаете, как вы с ним, на самом деле, я увидел, как вы с ним... лялякаете, извиняюсь за мой сленг. Сэр, вы поверьте мне, мы с вами воевали бок о бок, столько битв прошли, вы кому верите? Я предлагаю, не знаю, у нас же есть какие-то особые технологии, которые могут распознать, кто лжет, а кто нет, поверьте мне. У меня есть весомые подозрения и доказательства. Мне правила говорят, ну... что всегда верить вышестоящим. Это бред, это не правило, уберите их. Сэр, капитан, вы же дружили хорошо с капитаном Вануатроллом, правильно? Ну да. Просите у него те вопросы, которые знал только настоящий капитан Вануатролл лично, и вот он вам ответит. А если это дезертир, то он затруднится ответить. Проверьте его. Давайте, сэр, не стесняйтесь. О! Так, здравия желаю. Мне доложили, что капитан Вануатролл прибыл на базу. Так, а это, собственно, кто вообще? Я не понял, почему он в броне капитана. У него не его познавательные знаки. А я говорил, это не он, сэр, а я им говорил. Говорил, что это не он. Арестовывайте его! Арестовывайте его быстрее! Я говорил вам! Освободите меня быстрее, сэр! Благодарю, я же вам всем говорил об этом, сэр. Я вам говорил, что это не тот, кто за кого он себя выдает. И быстрее мы попытаемся разобраться. Так точно, я пошел за подкреплением. Все, осталось позвать подкрепление. Надеюсь, СББ нам помогут. Эу! Кадет, откройте дверь. Нам нужны срочно бойцы из ББ. Там у нас, оказывается, не настоящий капитан, а дезертир. Срочно созовите всех бойцов. Срочно! Боец, срочно! Скорее, кадет. У нас мало времени. Там каждая секунда на счету. A few moments later. А, срочно, сэр, срочно. Здравия желаю. У нас там, оказывается, дезертир. Ну, вернее, не дезертир. Вы, в общем, сами все узнаете. Скорее. Срочно требуется ваша помощь, немедленно. В общем, мы сначала думали, что это настоящий капитан, но оказалось, что это на самом деле... В общем, вы сразу сейчас все узнаете сами. Вон они, видите? Он наставил оружие. Смотрите, идите сюда. Вон, видите? Ох, черт. Он сходит с ума, вы слышите? Его странный смех. Оружие бросил, быстро. Нас больше. Какое нас больше? Ты вообще видишь, сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я седьмой. Нас семь, а ты один. Сдавайся. Я пойду туда. Давай, девчоночка, давай, иди. Мы в себя верим. Ты, во-первых, у тебя плачешь, а это значит, что уже что-то серьезное. Давай, сделай с ним что-то. Я буду за твоей спиной. Сделай что-то с ним. О, кстати, а тут закрыта стена, и они нас не видят. Это прикольное решение. Эй, все хорошо. Лже-капитан, бросай оружие и сдавайся. Нас больше. Поверь, они не нападут на тебя. О, молодец, молодец, братан. Давайте в наручники, срочно. Вот ты заковали, мы лже-капитана. А я знал, что капитан Вануатрол хороший, и о нем многое говорили. А я знал, сэр, что настоящий капитан Вануатрол не такой, он намного лучше. Мне о нем говорили. А это какой-то просто мерзавец. Его надо допросить, я считаю. Сэр, извините, это личное, я немножечко его притопчу, гада такого... Просто у нас с ним уже личное, извините. Я на всякий случай говорю, что тут камеры. Как бы смотри, чтобы вам хуже не было. Так точно, сэр, извините, я на эмоциях. Просто я лучше отойду от него, буду из стороны наблюдать. А то накалечу ему еще. Я потому что парень очень вспыльчивый, так что лучше не буду творить лишних делов на эмоции. Будем наблюдать издалека. Младший лейтенант Тесса, если у меня будут какие-то проявления вспышек агрессии, вы меня держите, хорошо? Потому что я очень вспыльчивый. Хорошо. Благодарю вас. Потому что я могу его и побить. Это точно. В общем, сейчас мы всей нашей бандой идем разбираться вот с этим вот лже-чуваком. Вообще непонятно, во-первых, кто он. Он... как он ползет? Вы просто посмотрите на это. Ладно, все, не будем отходить от темы. Идем допрашивать этого странного чувака, который странно ползает. Вообще непонятно, кто это. Хотя, прежде чем доходить до этого момента, давайте спросим у маршала Кольта, где сам настоящий капитан Вануатрол и как он об этом узнал. Маршал, извините, можно обратиться? Я слушаю. А как вы узнали, что это не настоящий капитан Вануатрол? И где настоящий? Я был с ним знаком, и я прошел с ним немало боев, но он носил
своей броне отличительные знаки, которые всегда его выдавали. После каждой битвы он даже делал отметки на броне. Но в данном случае их нету. Я своего друга узнаю из тысячи клонов. А, так точно, сэр, понял. Ну, у нас маршал Коль тоже не дурачок, так что он верные вещи говорит. Хорошо, что у нас есть такие хорошие и надежные клоны, как маршал Коль. Но вот этот лжец еще получит свое, я в этом уверен, да и я это вам гарантирую, потому что он меня чуть не подставил. И, между прочим, чуть не подставил Дэвиса, который сейчас не пойми где, не пойми, что он делает и какова его судьба. Так что будем надеяться на лучшее, что его накажут по всей строгости закона. В общем, мы добрались до медблока, все же мы его в дурку определяем. Сейчас мы будем всем разбираться, что и как. Как я понял, с ним будет говорить маршал Кольт, потому что маршал Кольт лучше всех знал настоящего капитана Нуатролла. И допрашиваюсь, я считаю, ему только представить, потому что если бы моего лучшего друга также повязали, например, того же Флаура, да, то бы я тоже допрашивал этого самозванца. В общем, ожидаем допроса от маршала Кольта. Надеемся, что будет все жестко и безжалостно. А потом я ему еще в лицо плачу. Планирую плюнуть, потому что он меня жестко подставил. Так, караульте здесь где-нибудь, да, стойте. Никого не пропускать, никого не выпускать без разрешения моего или главного медика. Маршал, я так понял, что вы будете допрашивать данного самозванца? Да, но сперва надо, чтобы его привезли, короче, чувствую, чтобы убили. А, так точно. А, ну похоже, его сильно там потрепали, так что он еще в отключке, нормально, нормально. Нам, кстати, тут пришел капитан 501, неплохо, но видно, ситуация реально требует присутствия таких высоких рангов, так как видно, капитан Лунатрол был каким-то реально авторитетным человеком. Надеюсь, капитан Вануатрол намного лучше, чем он, так как мне о нем многое рассказывали. В общем, немножечко мы с вами подождем и вскоре увидимся. Надеюсь, он не будет тут долго так лежать. Он в полном порядке. И это еще что за синий хрич? Кто это такой? Кто это, господи? Что это за уродец, боже мой? Я, конечно, не расовый такой разделитель. А, сейчас помню, как называется, блин, забыл. Короче, тот, кто обвиняет по расам, ну, вы поняли. Но это какой-то реальный уродец. Он, смотрите, у него волосы одинаковые, голова такого же цвета. Короче, забейте. Но, на слава богу, что это не клон, а это всего лишь какой-то реально наемник. Вообще не знаю, кто это, сейчас будем узнавать. В случае необходимо донести до обратно до допроса, это все-таки охрана лучше, и это так или иначе изолятор все-таки. Обратно в допрос? Вы что, крейзи, Кольт, маршал? Мы сюда тащили, ждали тут 5 лет. Ну ладно, такова судьба, таков путь. В общем, мы уже подошли в нашу допросную, этот бродяга, как вы поняли, плюется зачем-то, я не понял зачем, плюнул в Асоку. Асока, извините, мы накажем его, извините, дорогая Асока. Вы можете написать в комментах, что бы вы сделали за такой поступок против Асоки, я бы его избил, побил и, ну вы поняли, я бы его побил очень сильно. Ну а сейчас маршал Кольт его будет допрашивать, надеюсь, допрос будет жестким и безжалостным. Давайте, снимайте с него этот дебильный креп и уже прибудем к самому опросу. Ну и Асока, я надеюсь, отомстит за этот чертов харчок. Итак, начнем. Настоящее имя какое? Почему я вам должен повезти? Ты не в личном положении. В любом случае, ты отсюда вряд ли уйдешь. Так что почему бы не сказать? Все равно ничего не теряешь. Ну, я потеряю то, что я был доверенной личностью. И все же я жду имя настоящее. Все равно рано или поздно мы это узнаем. Это лишь вопрос времени. Ну, не знаю, значит. Просто время, я жду имя. Сэр, советую сказать правду. Да, говори, бродяга, я тебе еще в лицо хочу плюнуть, прежде чем тебя убьют. Уже почетный гость на вашей базе. Приятно. Ладно, узнаем имя позже, хорошо. С какой целью вы выкрали форму капитана? Насчет этого могу вам сказать только одно. Хотел убить крысу, но не успел. О ком идет речь? О наемнике, Макс. И то есть, чтобы убить наемника, необходимо было перед этим украсть флаг капитана республики? Я какого-то там украл флаг, не знаю кого, на базе который. Где настоящий капитан? Пока что он не... Что с ним стало хотя бы? Ну, он живой, так как у меня на лежит. Не было. И где вы его держите? Пока что я вам не буду давать. Мне нравится пока что, значит, позже скажете. Хорошо, ладно. На кого вы работаете, или сам? Не буду говорить, на кого я работаю, так как это было даже не рассказано. И смысл заказчика открывать. Я повторюсь, что это лишь вопрос времени, все равно расходишься.
Не надо тратить время стольких людей. Мне все равно теперь будет много времени. А с какой целью вы не сдали форму капитана в дальнейшем? Почему вы продолжили ее использовать? Просто я хотел попасть на вашу базу, для секрета, которая сдала нашу базу. После этого гильдия наемников немного распалась. Раз вы наемник, я так понял, то я предлагаю сделку. Республика выдаст вам необходимые по вашим условиям, скажем так, предметы, будь то кредиты или техника, без разницы, в обмен на вашу информацию, где находится капитан, на кого вы работаете, ваше настоящее имя и все в этом духе. Сейчас серьезно думаете, у меня надпись на голове, я дебил, просто отдать данные, поспорил. После чего вы бы просто такие взяли бы, прилетели на мою новую базу, там всех забрали, после чего меня не отпустили. Я не думаю, что наемнику дороги свои коллеги, так что вы просто можете на базу свою не возвращаться. Но координаты нам сдать. Не такая банда наемников, которая просто гонится за наживой, мы целая организация. Какая организация? Просто бродяги. Вот и все, господи. Давайте уже обман разума Асока, да и все. Хорошо будет провести остаток жизни в республиканской тюрьме. Плохо, но из-за того-то, что просто решил сделать свои действия, рассекречивать новую базу. Ну, если вы мне предложите неплохую цену, я вам могу сказать. Хорошо, какая цена? Сейчас, подожди. Я извиняюсь, за секунду отлучусь. Маршал Кольт, вы куда? Вы куда пошли? Опа, у нас там целая армия. Смотрите, даже уже кто-то там сидит. Но надеюсь, что он не скажет, как тот чувак 500 000 кредитов или что-то в этом роде. Вы можете написать комменты, сколько он предлагал, я уже не помню. Ну, в общем, будем ожидать маршала Кольта и будем ожидать цену данного наемника. Ну, или мы просто сделаем обман разума, да и все. О, наконец-то наш глава явился, наконец-то. Давайте, маршал, уже вы вбиваете из него информацию. В руках Кольта бутыль, усиливающая боль. Что? У меня такая же реакция примерно. Поставил бутыль на стол. Какая там цена? Цена? Прикольно. У меня честник. Думаю, республику устроит это соглашение. Я в таком случае пойду передам информацию, что, скажем так, кредиты уже подготовили для вас. Но бутыль, по крайней мере, не пригодилась. На подготовь фальшивые кредиты, обратись к кому-нибудь, если сам не можешь найти. Братан, тебя тут слышно, как бы, он сейчас все поймет, то хорошо. В принципе, на вид он глупенький, так что обмануть, я думаю, его не составит труда. Я думаю, что в скором времени подготовят обговоренную сумму и принесут. Я тоже так думаю. На ваше счастье, кредиты все-таки принесли. Да-да, кредиты, давайте, маршал Кольт, разведите его, как лошка последнего. Пусть немножечко пострадает, как я страдал, когда меня чуть не повязали и не поставили под трибунал. Как и договаривали, 100 тысяч кредитов. Давайте-ка в обмен вашу информацию. Развяжите мне руки, чтобы я проверил их. Я думаю, что две руки вместе вам не помешают для пересчета. Все-таки это меры безопасности. Ну, попробуй тогда. Давай-давай, считай, пока можешь. Ну, они хорошо замаскированы, так что у тебя ни черта не выйдет. Ну, я на это надеюсь. Проверил кредиты. Интересно, как он их проверил, но да ладно. Вы что, меня обзорить хотели? Зачем вы мне... Они настоящие. Мамой клянусь, настоящие. Я не знаю почему, но это то, что мне первое пришло в голову. Я говорю, они настоящие. Ну, что подготовили их. Давай бери, не выпендривайся, где ты еще найдешь фальшивые 100 тысяч кредитов, только как не у нас. Я бы взял эти 100 тысяч, да, свалил бы куда подальше от этих чертовых республиканцев. Особенно вот от этой женщины, не знаю почему, но эта женщина меня очень сильно пугает. Я вам могу дать несколько координат, за которыми можете найти своего капитана. Давайте координаты, мы отправим туда сразу группу. Вообще-то так же договаривались на ваше имя и то, на кого вы работаете. Работаю на самого себя. Он замешкался, он нас дурит. Но, кстати, это тоже да. Потому что не договаривать свое имя, это как-то странно. Свое имя, Джон. Да, то вот касательно того, на кого вы работаете, помните, раньше вы говорили, что не хотите раскрывать своего, скажем так, работодателя. А теперь вы говорите, что работаете на себя. Что-то как-то неправдоподобно. А смысл мне говорить создателя, если я глава банды? Ну, тем не менее, вы же на кого-то работаете, думаю, раз вы наемник. Заработок-то получаете? Ну, у нас были дела только с бандой. Допустим. Итак, главный медик, передайте кому-нибудь эти координаты, либо сами отправьте туда
данное указанное место, отряд на поиски капитана. Возможно, капитан нам расскажет больше. Да, я согласен. Все, давайте этого бродяжку отправим в дурку. Потом я к нему еще зайду, мы с ним разберемся один на один. Наконец-то правосудие совершилось, и мы его арестовали. Потому что этот уродец чуть меня вместе с Дэвисом не запихал под охрану, под тюрьму. Короче, был бы полный трэш. Но благо, что пришел маршал Кольт и спас мне жизнь. Маршал Кольту я реально очень сильно благодарен. Ладно, собственно, вы рассказали нам интересующую нас информацию. Собственно, СББ, ведите его в камеру. Сделка, скажем так, отменяется. Мы его надурили, вот это я люблю. Так, боец, можно вас на секунду? Да, сэр, конечно. Спасибо, что оказали помощь в данном случае, так как если бы, наверное, вас бы не задержали, то моего друга, наверное, бы также ждала беда. Раз мы, возможно, знаем предположительные координаты, то, может быть, нам удастся его спасти. Все-таки он был моим боевым товарищем, мы с ним многое прошли. Вообще, за это я вас хочу повысить до капитана. Я думаю, вы этого заслужили, вы пережили многое, вы побывали на предыдущей нашей базе. Вы участвовали в роли пленника, хотя не должны были. Вы честный солдат, спасибо вам за вашу службу. Поздравляю, капитан 7996. Благодарю, сэр, это неожиданно. На самом деле, когда меня поймал вон тот вот самозванец, я думал, я еще умру в тюрьме, а тут такое. Благодарю, служу Великой Армии Республики, сэр. Благодарю вас. Служите дальше. Ну что ж, друзья, вместе с нашим капитаном, с маршалом Кольтом и с собачкой Чухуахуа мы рады вам сказать о том, что кончилась очередная 11-я серия. Всем мы вас благодарим огромное за просмотр, подписывайтесь на канал, давайте наберем 2222 лайка, выходит новая 12-я топовая серия, поверьте мне. Ну а на связи, как всегда, был Варшот, увидимся в следующей серийке.